Привет, Морган. Ну и денек. Уже сам с собой говорю. Тебе не понравится, что я скажу. Ты должен уничтожить Талос один. Проскользнуть в мою комнату, взломать мой компьютер. Я помню, как тебе удалось испортить файлы галактических конкистадоров. Теперь жалею. Но по-прежнему не люблю, когда ты лезешь в мои вещи. Ничего странного. Эдетическая память. Погружен в работу. Идеальное здоровье без больничных. Новая запись. Шоу. Даниэла. Директор IT-отдела. Не любит тебя. Еще больше не любит Алекса. Надо узнать, почему. Памятка. Исследовать. Повар Митчелл и взлом эмоций операторов. Дайо Игве. Нанят Алексом. Дешево обошелся из-за его спорных взглядов на психические явления. Один из лучших ученых на станции. Интроверт. Знает про опыты. Верен Алексу. Верит, что твой брат и Тифоны спасут его карьеру. Екатерина Ильюшина. Главный инженер. Не разговаривает с тобой. Были недолгие отношения. Ты прервал их, когда начались опыты. Она уверена, что ты это сделал, узнав про ее заболевание. Парапраксия. Удобное заблуждение. Порвать отношения было разумно. Не так больно, с учетом грядущей потери памяти. Парапраксия – поражение нервов. Не дает использовать нейромоды. Агрессивная химиотерапия предотвращает дегенерацию. Делает кандидатов непригодными для назначения на Талос-1. Сара Элазар – глава службы безопасности. Не друг. Знает про тифонов. Не знает об опытах. Подозревает.
Ей доверять можно, но она не верит Алексу. И тебе. Пока. Меня зовут Морган Ю. Год 2035. Я обещал отдать свой ключ, но сначала послушай меня, а потом можешь разнести Талос в клочья, если захочешь. Ты вряд ли это сделаешь. Знаешь? Хорошо. Мой голос мне определенно знаком. Пожалуй, более усталый, чем обычно. Это не кончается. Подготовка комнат, протокол экспериментов. Риск слишком высок. Но в случае успеха копирование нейронных сетей тифонов в человеческий разум изменит все.